Привет, девчонки, всех поздравляю с 8 марта. Желаю вам всего самого-самого-самого-самого. В общем, не знаю, ярких слов не буду сейчас подбирать даже, потому что каждый для себя желает то, что хочет он. Поэтому я желаю вам, чтобы все ваши мечты сбывались обязательно. Мы сегодня выходим в гости, поэтому неужели мне ничего не надо готовить на ужин? Прямо даже какой-то праздник. Ну что, делитесь, пожалуйста, своими планами на сегодня. Бабы Хайтерюшки, я тоже вас поздравляю с праздником. Надеюсь, у вас есть с кем провести сегодняшний вечер, сходить куда-нибудь, либо просто за праздничным столом. Что? А, вы проведете целый день и вечер сегодня на Ютубе, в комментариях. Ну хорошо, желаю вам неудачи в поиске жертв. Пока-пока. А у меня сегодня... пельмешки. Господи, эта мелочь пузатая опять не попалась. Ну, это просто кошмар. Не люблю мелкие пельмени, я уже говорила. Хлеб я испекла вчера. Такой вот небольшой хлебушек с жареным луком. Он, конечно, не диетический, но очень вкусный. Так что... ну что, начнем. Не знаю, как это вот вилка, я не знаю. Мне не подцепить их никак. Ну ладно, будем пробовать. Друзья, делитесь, у кого какие планы на сегодня. У меня, видимо, предстоит стирка перед походом в гости. Ну, на самом деле, 8 марта у нас как-то уже заведено куда-то ходить. Такие хитрые мы. Так что ж ты так... На самом деле, мы идем же к друзьям, поэтому... Они к нам, мы к ним. Просто праздники разные. Вот это я понимаю. От души так от души. Пока на эту вилку-то нацепить. А тут раз и в дамки. О, и соус заходит как надо. Соус я готовила чесночный. Бывает, делаю просто сметану, чеснок. Ой, я так по-разному делаю. В этот раз у меня чеснок, сметана... и кетчуп махеевский. Мой из кабачков уже закончился. Такая досада. Ой. Хотя я и кетчуп это не очень люблю. Я обожаю принимать гостей, но еще больше люблю ходить в гости. Потому что ничего не надо готовить.
пельмени у меня, по-моему, сибирская коллекция, либо Цезарь. Ну, что-то из этой херни, короче. Сегодня хочу молока. Я так издеваюсь над своими, кто пьет с горла. Увижу, что мое молоко пьет из горла кто-то другой. По башке всем. Свое есть свое. Проблемка. Ну ладно. Еще кусочек отщипну. От этого знатного хлебушка. Кто удивится, что я ела лук перед походом в гости? Объясняю, что до вечера время много. Все выдохнется 500 раз. И тем более я иду не к чужим людям. Никто ко мне принюхиваться не будет. Ну все, мои дорогие, спасибо огромное, что были со мной, что смотрели меня. Еле-не-еле, не знаю, но кто собирается, всем желаю приятного аппетита. Девчонки, еще раз всех поздравляю с 8 марта. Желаю вам, действительно желаю от души, всего самого доброго, тепла, улыбок, счастья, здоровья. Всего того, что должно быть у каждой женщины. Всем пока-пока.